Так, ребят, мы на даче. Открываем сезон сегодня. Сегодня какое сегодня число? 10 апреля, мы открыли сезон. И, конечно же, я пошла на поиски того, что можно нарвать свеженького попугайчиками. Вот тут есть чеснок, лучок. Вон у нас есть цветочки. Ну, естественно, чеснок, лучок-то рвать я не буду, потому что это не надо нашим попугаям. Вот у нас цветочки, крокусы, первые цветочки наши. Вот там вот, мама мне подсказала, растет вот люцерна. Вот туда мы и пойдем, потому что люцерну попугаем волнистым можно. Сейчас. Так, ну ладно, пока не пойдем. Нет, пойдем. Как? Ручками. Люцерна. Мама, это же это. Как ее называть-то? Люцерна. Как она называется? Не люцерна, мама. Это не клевер. Клевер. Это клевер. Это люцерна. Я здесь люцерну сажала. Мам, тут всегда сидел клевер. Я не буду рисковать. Вырастет, поймем. Но там сидел реально клевер. Там. А клевер можно? Блин, его красным, короче, какой-то из них можно, какой-то нельзя. Ну, там белый, по-моему. Вспомнила, что там клевер? Так, Анна, ребята, это был не клевер. Тьфу, это был не люцерна, это был клевер. Но мы не помним, какой он, поэтому лучше не рисковать. Вот это точно я знаю, рожь. Потому что мы сажали здесь рожь. Но во всяком случае, даже если это травка, да, мам? Это, ну, даже если травка, это можно. Это не осок, это точно. Видите, у нас вот зима только закончилась, а у нас вот уже сорняки. Это не сорняк, это действительно рожь. Вот рожь можно. Ну, грязненько, конечно. Но мы возьмем несколько лифточков. Вот это мы собираем в пакетик. Ну, потом промоем хорошенечко нашим попугайчиком. Так, другой рукой, это неудобно. Вот, буквально прям немножко. Так, вот. Ну, ой, какой-то грязный. Выкинем. Так, пойдем дальше искать что-нибудь. На самом деле тут можно много чего найти. Так, здесь у нас что, клубничка. Так, ежевика. Ой. Не. Мочка испачкала. Так. Вот здесь все ходила, смотрела. Сейчас покажу вам. Вот у соседей тут увидала вот этот гусиный лук, он называется, или птичий лук. Короче, искала сейчас в интернете, и так и не поняла, можно его или нельзя. Поэтому мы его рвать не будем. Но, думаю, цветочки, попугайчики тоже любят цветочки. Но, видимо, не судьба, нельзя. Тоже еще непонятно, что где еще растет. Так что, если будете рвать у себя там тоже, то есть, ну, аккуратней. Мало ли. Теперь я, знаете, что ищу? Одуванчики. Одуванчики ни с чем не спутаешь. Так, это у нас травка обычная, тюльпанчики. Смотрите, тюльпаны нельзя. Прям. Вообще цветы, как бы, ну, избегайте их. Цветы всякие разные бывают. Вот, одуванчики, видите, маленькие одуванчики. Мы их вот так вот нащипаем. Одуванчики очень любят наши попугайчики. Вот, это прям одуванчики, но он какой-то страшный. Пойдемте другой найдем. Знаешь, что у соседки очень много одуванчиков. Поэтому я к ней залезла. Вот одуванчики. На нашем участке моя мама почти все поудаляла одуванчики. Так, вот этот уберем грязь. Вот видите. Сейчас видите, кстати, одуванчики в городе растут. То есть у кого теплее регион, да, там у нас раз в области, у нас вот только-только тепло пришло.
Опа. Вот они. Ой, вкуснятина для попугая. Ой, они будут очень рады. Очень. Особенно Шили. У меня Шили прям проглот. Прям вообще проглот, проглот, проглот. Вот еще нашла. О, смотрите, какой большой листочек. Он так рвок, как будто уже лето. На самом деле почти лето, потому что, смотрите, вся, ну, короче, я полностью открылась, полностью разделась, потому что очень жарко. Ну, вот это видно, что одуванчики, видите, тут сок. Так, что мы тут насобирали? Ну, на один раз сойдет. Тут еще вот одуванчики. Говорю, соседки их очень много. Так, ну что еще можно, да, нашим пернатым? Можно было бы сейчас какие-нибудь деревья нарвать. Вернее, ну, посрезать веточки, потому что набиваются почки. Ну, вот, знаете, я побаиваюсь. Недавно где-то тоже читала, что... Красота какая. Доча, любимая моя. Просто прочитала, что, допустим, иву сейчас рвать нельзя, потому что она накопила в себе вещества, которые... Ну, вредные вещества, которые могут просто птичку убить. Поэтому... Увы, не могу. Ой, вот еще одуванчик. Вот одуванчиков они еще ничего не набрали. Поэтому, наверное, я подожду, когда начнется такое прям отличнейшее сокодвижение. И тогда нарву нашим пернатым уже веточки. Наверное, так будет лучше. Ну, сейчас еще похожу, посмотрю, что... Что можно тут нам с вами нарвать? Пиончики лазит. Так, что еще можно тут? Так, это осот. Осот? Осот, да, осот. Короче, это мне мама подсказала. Она говорит, она читала и знает, что вот это вот можно попугаем. Точно? В прошлом году ели, до сих пор живые. Ну, мама говорит, в прошлом году. Ну, вы, наверное, слышали. Ели все живые. Ладно, хорошо. Тоже нашим попугайчикам сойдет. Так, мы с мамой еще здесь... А! Идем, идем. Мы с мамой еще здесь нашли вот... Это слива торн. Вот его. Две веточки тут возьмем, потому что тут уже прям зеленушка. Спасибо тебе, слива, за твои подарки. Ой, неудобно отрывать без этого секатора. Так, вот последнюю веточку, и все. Так, ну все, ребят, наверное, на этом хватит. А то пообдираем все, а это жалко. Так. Ну, у нас есть небольшой презент нашим попугайчикам. Я думаю, они будут, да, рады. И все. Сейчас будем смотреть, как наш попугай это будет поедать. Ну, сначала мы, конечно же, это все промоем. Так, ну что, мы вернулись с дачи. Мои птички на месте. Выпустила их, немного прибралась. И наше то, что я им нарвала. Вот это. Мы это отправляем дело в водичку. Отмачиваться и отмываться. Так. Какие они есть грязненькие в земле, поэтому мы отмачиваем это дело. Слушайте, кажется, вот маленькие палочки, думаю, где же маленькие палочки были. Так, а это мы сейчас порежем вот так вот и тоже поставим отмокать. Надо, чтобы они немножечко в воде побыли.
Кипятком я это дело не обдаю, потому что это я собирала на даче. Я, то есть, не считаю, что у меня на даче прям куча машин каждый день катаются. Нет, зима прошла. Всякой грязи маловато, да, Топа? Прилетел. И вот сейчас он отмокнет, потом я это помою дело. То, что вы меня оккупировали. Ты хочешь купаться? Нет, дорогой, вода грязная. Сейчас я все сделаю. Сейчас все сделаю. Только не сейчас. Это мы уберем, потому что этот охотник будет сейчас охотиться. Дай, охотник мой, маленький. И когда будет готово, я им все это отдам. О, Юшка. Юшка в кадр попала. Угу. Так, ну что, я все промыла, все подстояло. У меня где-то часик водичка, то есть травка побыла в водичке. И вот я оставила немного воды, потому что я вспомнила, как меня просили, а покажите, как научить купаться. В принципе, можно вот именно так. То есть вы предлагаете попугайчику, что здесь есть травка. То, посмотри, какая травка. Смотри. Видишь травку? Он сочку так-то любит. Ну, ему интереснее. То есть, в принципе, вы показываете, что такое травка. Он приручается к травке сначала. А потом вы травку в водичку опускаете. И интерес... Ай, возьмет вверх шили. Больно. И попугайчик сам в итоге будет стремиться там, где вода. Ну, конечно, это все. Вот, видите? Так, сейчас спустится. Вот. Он уже делает вид, что он купается. Водички там немного. Вот, сейчас покажу. Видите? То есть, если он сейчас туда нырнет. Давай, Топа. Первый открыватель наш. Давай, давай. Оп. И вот наш попугайка купается. Заодно можешь не только покупаться, а еще и заодно попушить травку. Шилька сейчас тоже скажет, а что ты там делаешь? Купаешься? Да ладно. Топа на этом не остановится, он пойдет еще туда, ему это понравилось дело. Видите, он какой быстро-быстро. Пока Шиля не поняла, что происходит, он наслаждается купанием. Потом я эту опять же травку промою, которую они сейчас вот они покупаются, будут есть, не будут, не знаю. Ну вот она останется, я ее еще раз промою и положу ее уже в кормушку. А сейчас будем наблюдать, пойдет же Шиля туда или нет. Шиля пока не знает этого места. Но, ну как и Топ, в принципе, первый раз я в такую тарелочку поставила, просто я увидела, что он запрыгнул и подумала, что почему бы нет. Так они у меня всегда купаются в ванне. Нырнул. Так, ну что? Вы больше не хотите купаться? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Стоп, Шиля, идите купайтесь. Надоело? Шиля, Шиль. Ну, Топа еще долго будет здесь нырять. То. Шилечка, посмотри, что там. Посмотри, не бойся. Вот, тебя Топа оставил одну наедине с водичкой. Здравствуй, Топа. На препарат точно не надо садиться. Ты мокрый? Шиля не рискует. Шиля пока изучает. А вот Топа уже все изучил. И будет дальше наслаждаться своим купанием. Да, Топ? Думаешь? Или ты так Шилю приглашаешь? Шиля, смотри, можно сюда залезть, да? Можно, смотри. Залазь, залазь. Сейчас, вот, вот так. И плюх-плюх-плюх, плюх-плюх-плюх. Поняла? Поняла. Сейчас попробуем. Как, вот отсюда, прям с этого места надо, да? Плюх-плюх.
Ты куда пошел-то? Я одна боюсь. Ладно. Нет, страшновато. Даже не знаю, стоит, не стоит. Да иди уж купайся. Купаться. Тут и травку пожевать можно, да, Шиля, да. И травку пожевать можно, и покупаться можно. Не поняла, еще не раскусила, но сейчас до нее дойдет, что ага, намотилась, искупалась. Ну идите купайтесь, а то у меня уже временечко мало остается с вами посидеть, через 2 часика уже уезжать. Шиля, Топа, вы пойдете? Нет, походу они накупались хорошо. Недолгий процесс у них был. Также это делаю сейчас быстренько. Веточки не вижу смысла еще раз промывать. Да и хотя, я думала, они дольше будут купаться. Они так долго, они и купались. Так что не успели они сюда ни накекать, ни перьев своих оставить. Поэтому я сейчас это делаю. Где наша Калмушечка? Наша красная кормушечка. И мы сюда. Топа, ты еще решил покупаться? Ну иди. Я же не думала, или ты хочешь... Я уж собралась вам вешать. Шиль, ты опять залезла на меня. Ну, будем, нет? Я тебе могу водичку оставить, а травку переложить сюда. Здесь одуванчики первый, Топ, одуванчики. Вот. Может, потом они разберутся сами, подостают, что им надо, чего не надо. Так. До последнего листочка. Не зря же я каждый листочек рвала и смотрела. И все. Так. Это мы сделали. Осталось... Сейчас ручку вытру. Осталось только это дело теперь повесить. А повесим мы, наверное, вот сюда. Ой, не видно. Ты вешал, смотрел. Так, повесили сюда. Ну, все закакали уже. Ладно, потом уберу это все. Ну, пускай они кушают и наслаждаются. А веточки мы сейчас повесим вот на вот эту прищепку. Так, ну вот мы повесили. Кормушечка с вкусняшками тут. Свежие почечки здесь. Так что, Топа, Шиля, прошу обедать. Вот так вот можно легко и просто доставлять попугаям радость. Ведь им очень это и полезно, и приятно. И они очень, понимаете, настроение улучшается, окрас перьев. И попугайчики ваши счастливы. Так, мои попугайчики улетели. А, Топа? Нет, шифонер открыт. А где это? Фулька. Угу. Угу. Улетела, да? Все. Иди, я тебе там вкусняшек в клеточку поставила. Да, вкусняшек. Шиля, 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 девочка. Ну ладно, ребят, будем тогда на этом прощаться. Это я вам показала, как мы съездили на дачку, что оттуда можно взять. Ну и, конечно же, как накормить ваших попугайчиков этим. А также, как можно приручить к воде. Конечно, есть и много других способов. Можно просто водичку показывать. Ну, об этих и других способах я буду вам далее показывать. То есть, когда буду натыкаться на это, обязательно буду снимать и говорить, что можно еще вот так или вот так вот. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что вы с нами остаетесь. А вдруг кто не подписан, подписывайся обязательно, ведь впереди будет не только интересно, но и полезно, и только для тебя. Пока-пока!